Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА-сериала Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Персию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Да, считается. Что? Считается. Мне войну объявил? Ну, мне нужен был формальный повод. И только ты не был у меня в друзьях. Ну ладно. Интересно, а я получу свой бонус от этого или нет? Не знаю. Наверное, смотри. Нет. Наверное, не должен получить. Потому что это... Мунлайт, тебя вообще плохо слышно. Это ты должен объявить войну, чтобы получить бонус? Нет, нет. Я другой. Я про свой бонус, про свой, персидский. Ну да, ты должен объявить войну. Нет, нет. Там война и мне, когда объявляют, тоже работает бонус. Только там внезапная война. А это, видимо, не внезапная, это с поводом. Ну да. Наоборот, да. Если бы она давала ускорение одному, она не давала другому. О, нефть открывает. Это ну, здорово. Сейчас мы узнаем, где у нас нефть. А, стоп, так я в нефти так уже ушел. Опять только на воде, что ли? Ну, ё-моё. И нету у меня. Ну, хоть на воде есть, а то, слава богу. Качечка, я к тебе броненосцем плыву. Я думаю, это не поможет. Если у них опять появится еще и броненосцы, ну это трындец будет. Так я думаю, появится. Причем, фрегат. Я не просто так, мне тоже важно пробиться, потому что у меня осталась одна клетка для кругосветного путешествия. Я только там могу его сделать. А там конец карты, типа. Там, я знаю, но у меня сверху замазан. Я не могу через Лиссабон проплыть. Боже, сколько сообщений. Я сейчас подумал, немец на меня пойдет, но он как-то повел мушкетеров к тебе, голландец. Да, конечно, я бы тут еще этот. Я заметил. Этот неповторимый немецкий юмор. Так, ну давайте. Вот. Рыцарей. Сейчас они делают хорошо. Так делай хорошо. Ты мог сделать мне хорошо, когда вышел в мушкетеры. Если ты в них нормально вышел. Я в них вообще не вышел. Ну вот. У меня мало науки к тому моменту. Знаю. Куча еды я вижу у тебя. И мало науки. Ну ее сейчас много. У нас городов мало. Ну, не знаю. Не может быть за Голландию мало науки. Ты что-то не так сделал. Опять-таки, у меня не было ни одной синей выдвижки по-нормальному. Ну вот же Женева была рядом. Ну, у меня не было на нее послов. Куда ты их дел? Вначале на Кумасе, а потом... А потом у меня случился фейл, потому что у меня работала карточка, которая дает удвоение послов. Три корпуса надо сделать. А потом мне... Не основной приток. А потом оба грека мне объявили войну, и они были сузеренили научные рубежки. Мне было просто...
как бы они просто сейчас со мной воюют. Так же махал. А, нет. Внезапно как-то все замерили. Ну, поехали. Да? Ну, потом чуть позже. Американец, а голландец на твоем континенте? Нет, американец вообще один. Тут зеленая полоска, и только мои два города на этом континенте есть. За Женевой. Ну, даже если не так, у американцев было много наук, у меня было одно. Ай-яй, Женеву перекупил. Короче, выносите голландца. Ты что, столько послов влил в нее? Ты же не мог туда Амани. Амани, Амани. Нет, это не его, он не мог туда Амани посадить. Он держал, ну, да, этих послов, понимаешь? Держал. Нет, я не держал. Вообще-то я просто туда вкладывал, у меня недавно там было 10 послов. Просто я вот сейчас выучил 2 техи, так купил 13. Очень так, я говорю, мне научные квешки было очень тяжело перебивать. Понятно. Поэтому у меня было научное. Еще у меня почему-то город стреляет 60, потом у меня есть карта. Ну это ж на кавалерию тоже карточка действует. Средневековье и промышленные эры, да. Так, тут давайте поменяем. Что ты бьешь, майор? Тут что, борзаешь, что ли? Я ж не могу убить шапку. О, арта уже, да. Может, ты меня убьешь чем-нибудь, танками какими-то? Че ты меня держишь здесь? У меня даже нефть. И танк. Ну, сейчас потихоньку, понемножку пойдем в вертолете. Понимаю я. Мобилизация ускорена. Короче, Леша, я не тот, я ни хрена не понимаю, что делают эти люди. Может, у них есть план? Ну, я тебе так скажу, немец, там мушкетами делать нечего. А мушкетами нечего? Да. А, да, бегать, это... пограбить. Ну как ты можешь пограбить, он тебя убьет. Ты хотя бы их объедини в корпуса, что ли? Это вообще как-то... Корпуса, ты че? Ну, корпуса через 5 только. У нас культурный союз, это... ну ладно. Короче, не я один тут лох. Пока не буду апаться. Блин, вообще как-то не прикольно. Кавалерия бьет с такой же силой, как все. Ну да, я о чем и говорю. Не котируется. Пока я тебя заберу, игра закончится на самом деле. Ну, нет, сейчас тут. Так ты пробиваешь его вообще, нет? Я еще ни разу не стукнул. У Гарлема. Немножечко.
это было несправедливо. Два рыцаря тяжелые. А, это нет, корпус. А, ну что, это корпус. Держим для танков. Здесь. Рыцари. Раз рыцарь. Два рыцаря. Объединяем в корпус. Есть. Еще рыцари. Я просто думаю, что танками надо будет... Мне кажется, против Голан... против... Может, у них защита 101? Грека. Нет, он бьет силы 60. Ну, и... В чем проблема? Так, сколько у арты урон? У арты построить. Урон 97. Минус 17. Ну, странно тогда. Значит, может, он как армия пушек бьет? Так, ну. Армия может, пушек бьет? Ну да, тоже не помню. Это вот если армия пушек минус 17. Ну то есть, но, как обычно. Да. Город бьет, как обычная пушка. Не порядок, согласен. Как так получилось, что женял со мной в войне? Он ее выкупил. Зато я знаю теперь, с кем мне воевать. Это кто? О, еще чудо. Так, короче. Ну то ее ты прокачаешь, а? Может, он с Женевой повоевает. Грек тоже может тут. Конечно. Но теперь-то они не в обороне, дружок. Ну, какая разница. Ну как, они в обороне еще 6. Они бы все равно умерли, а так они убьют хотя бы немножко твоих. Ты все равно за веру покупаю. Ну, понимаешь, если бы они стояли, то бы их просто поотвоили. Таким дробом. Все. Факт. Сколько мне надо кавалерии? Так, для... Они уже стояли в обороне, у нее было бонус за то, что у нее была защита от двоих. Поэтому нет. Они просто умирают за один раунд. В этом нет бонус. Давайте тут лучше строителей делать. Давай ты просто сдашься. У Халенского 260 науки, ни у кого больше нет столько. Не, смотри, я честно буду болеть за этого, за Грека, который выиграет культуру. Не выиграет, у него ядра сейчас появится. Что за него полетит? Силяви! Ядра полетят. Какие ядра? Ну, мало науки, ему надо... Эти, чугунные. Ему надо выйти в компьютеры, а он науку не стакнул. Вдруг он выйдет тогда. Да и не очень-то и хотелось. Не, ну Фантом умеет культуры выигрывать. Я в любом случае... По опыту у него есть, он выиграл с защитником веры. Ей, без выигрывал. Да? Красавчик тогда. Короче, Грек, я за тебя болею, давай. Чё же Женева делать будем? Бить голландца? Не бейте. Продлевать, мне кажется, пока. Союз. 8 ходов. Ай.
осталось. Тяжелое поражение. Ну... Ты потом вторую эшелон обороны собирал? Урон больно. И еще арный пушечка. Побег, губернатор, скандал. Давайте. Побег прокачаем. Я его повысил, и он потом умер, ты понимаешь? Короче, надо было просто его перевести, да и все. О. Шпион. Но... Это великая справедливость. Нет, тут я не хочу великий Зимбабве строить. Очень не хочу. Ух ты, вот это супер ученый. Ну, вернее, это забирай, ученого. Вот. Слишком быстро. Я бы не отказался, хороший ученый. Рыбацкие лодки везде ставить. Я вот не понимаю, нафига Invictus постоянно строит Stonehenge и при этом никаких священных мест. Это ритуал. Помешает. Брюс Эс. Вот где грек, охренеть. Перестань унижать моего воина. Я же попросил. Нет, нет! А!
убивай. Мерси, мерси. Ой, блин. Один, это баг вот этот со здоровьем. Мой генерал на себя работать будет? Так. Думаю, нет. А, ну я без нефти буду только рыцарей строить. Потому что так, а Перикл, что у нас думает? 152 против... Может, вы там, не знаю, проекты почитаете, что-то еще такое. Не учи людей дурному. Сейчас ядра полетят в вас. Ядра чистый изумруд. Там же Нила объявила и прям сильно это дело подкосило все. Смотрите, тут Лунси еще на воде. Так аж... Не, качка, так это внутреннее море. Да не важно, чё, одной подлодки хватит. Да я же с другой стороны приплыву, я не с этого моря. Ну, с любого моря не приплывай. Их бомби, а меня не трогай. Да тебя там варвары и так берут. Да варвары вообще жуть. Я поставил город, их сразу было 4, я даже не мог лодку сделать, потому что она, ну, погибла бы моментально. Тундра, пустыня, ни одной горы, зато килик. Вот меняю килик на горы на корпуса и на равнинные с пшеницей клетки. Вот эти, да. Я, по идее, должен мочь дальше рыцарей вот, строить, потому что у меня нету нефти. Пока не обработана нефть, я могу строить рыцарей, по-моему, так. Иначе, конечно, фейл будет. Мой один мушкет сильнее твоей армии, охренеть. Я мушкетом ударил свою армию мушкетов и просто вот посмотри, мушкет на мушкет 76 на 76. Так у тебя плюс 17. Вообще у меня при атаке 80. Ну вот попробуй. Сколько там написано? Я атакую 76 на 76. А я атакую 80 на 67. А, то есть ты когда бьешь круче, да? Ну потому что плюс 7, это, судя по всему, работает только в атаке. Короче, мне надо. Вот он что, Михаил. Раз, два, три, четыре, пять. Уже 4. Ты что творишь? Уже 4. Ну вот, одна строится. Значит, одну кавалерию. Я не веду ее. Ну, план простой. Я, наверное, иду пока в вертолеты и, наверное, вертолетами сносить голландцев, а современными танками грека, вот как-то так. Ну, это само собой. Промышленную зону я тут хочу. Все так. Thank you.
еще одна. Так, три осталось. Блин, а грек на отростке на таком. А че ты не убил немца? У тебя же был вроде шанс. Так жалко его как-то. А, ну. То есть вы всех жалеете, да? Ты бы меня пожалел и убил. Не, просто в начале у него как бы и... Ну, вообще плохо все было. Да. Но сейчас, в принципе, нормально. Как там война с Женевой, серенькой? Ну, он ее окружил. Можно ее убить, если у тебя есть возможность. Давайте не будем Женеву убивать. А почему бы не убить? Ты хочешь замерть? Я послы там. Вообще страшно. Ты спрашивал пару ходов назад, что с ней делать будем. Не трогайте Женеву, она его майт. Это все из-за дурацкой войны с Занзибару, Грека. Я только замирился с Мунлайтом, он объявил, там завоевали, тут завоевали. Ну давай через год замиримся опять. Замиримся, конечно, я надеюсь. Там к Харлину вообще можно подойти? Можно. Да, попал. Я тогда поехал его бить. Ты его, наверное, не ударишь? Кто-нибудь пожертвует немного нефти? С нефтью на карте туговато. Еще две кавалерии без корпусов остались, да? Так, с рыцарями у нас 4 уже есть. Ну, с греком я хочу продлить союз. Не знаю, конечно, как он к этому относится. Так, рыцари. Вот одна кавалерия строится, еще одну надо. Не знаю. Не надо так делать. Качечка, серьезно, пересузеренил Вавилон.
То есть ты накопил 9 послов, чтобы туда. А, еще Амани посадил. Там Амани у меня. Я накопил 2 посла туда. Амани дает 2 и удваивает. 8 получается. Конечно, солидно. Теперь войну объявила тебя. О, неплохо, неплохо. Можно не мириться. Ну, серьезно? Ну а как тебя мириться? Останавливать? Как останавливать? Понимаешь, ты приплывешь, ты Узу убьешь. Но... Может, ты не приплывешь. Может, мы замиримся. Может, ребята подсуетятся и дадут 300 науки такие. Мне надо хотя бы 5 армий рыцарей иметь, соответственно, то же самое, конечно, хотелось бы с кавалерией. Кавалерии у меня тут больше армий, чем 5. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, нифига себе. Мои надежды и мечты. Да ну, я не возьму его. Все, можно сосредотачиваться чисто на... на португальце. Это 6. Да, ни у кого даже 200 нету. Нехило. Может, нам модол снести лучше? Потому что он реально в туризм идет. Писать ее не выбраться. Бац. Слушай, а фантом в эпохе атома, это он в компьютерах, да, уже? Угу. Топи, фантом, топи. Не стреляй в меня. Не стреляй, иначе я город не возьму. Ты что, не понимаешь? Почему же арта приедет, возьму? Надо манмаду. Какая арта? Сносить. Ты не выйдешь. Да, ебая. Шесть ходов, да, арты, что-то. Ну, твоя арта подъезжает, моя арта ее убивает за один ход. Так то ж та арта. А, я другую арту возьму. Возьму больше арт. Я же могу их за веру купить, они 300 стоят. Американец, ну, эти 1100 армии, ты будешь на кого-нибудь использовать наконец, или ты так копишь для красоты? Убей нас, друг, просто убей. Тебе надо просто... Он мне предлагал денег, чтобы воевать с тобой.
Почему он сам не хочет на тебя напасть? Убей его вот с другой стороны, просто убей. И меня потом. Если на современные танки, то я ему советую нападать. Выбираешь это... всю эту часть карты себе. Слушай, если ты выходишь в современные танки, может ты тогда поделишься нефтью, или у тебя вообще нет? Чего вы решили, что он выходит в современные танки? Потому что он не идет на обычных. Давно пора. Ну, так пусть убьет всех тут в округе, пожалуйста. Я не знаю, мне он кинул военный союз. Блять. Не хорошо, ругайся. Ну меня убей тогда. Меня убейте, кто-нибудь. Вот вас трое человек, сидит вот какой-то чувак, да, стакает веру, у него ни одного юнита, и вы не можете его убить. Не хотите даже почему-то. Почему? Вот 4 юнита, ну же видно. Какие-то районы есть, да, города. Почему не убить? Не люди вармонгеры. Так это не имеет значения вармонгерство. Это... О, так тут есть город на 73, это дешевле. Ой. Прости. Ой. Да, оно так не работает. Что не работает? Это вообще мы сюда не собирались идти. Зачем мне идти на холм? О, зачем мне? Вы слышали? Он сказал, зачем мне? Все, устал. Договариваешься. Две электростанции. Три мушкетера. Если так, то тебя можно было убить меня там, на корпусах мушкетов и даже не захватывать Кумаси. То есть она была бы твоя потом, когда ты меня убил. Ну просто расстраиваешься, когда у нас не делает. Нет, тоже играть чем она. Пойдемте в фашизм, наверное. Вот, персы-фашисты. Представь бы, у тебя вот твои 5 городов. Кумаси и еще мои 5 городов. Ой, было бы круто, да? Ты побеждал, наверное. Ну, я в подводной лодке случайно. Так Лёша Инвиктус не пожалел. Не дал человеку поиграть. Ну, это Лёша Вармонгер. Это не Вармонгер. Вармонгер — это человек, который всю игру спамит юниты. Который просто говорит, видит, захватывает. А я кто? Вармонгер. Нет, не Вармонгер. Обычная логика. Видишь, что можно схавать чувака. Надо хавать. Все, я не знаю, тут сиденье. Так, а где тут у нас? Сюда. Валерию надо, потому что скоро вертолеты будут. А у меня еще нету армии из вертолетов. Грех, а ты что не хочешь дружить?
вроде немного проще. Маш, мне надоело вот это все фигня. Лёша, давай мир. Чтоб мы уже завтра не собирались. Я надеюсь, ты сделаешь все верно. Интересно. А побороться не хочешь? Я борюсь всю игру с тундрой, знаешь, холодно, я замерз. Че он там, люксы надо какие-то? У меня есть 2 пути типа сахар. Сахар, шоколад, Миша. Я закинул. Хотя бы 4 да. Армии, наверное. А вот там АС написано. Может, это по старой памяти Голландию тоже кинуло, знаете, вот там, где пойма. В пятерочке она к польдерам была привязана на поймах. Может, и так это можно объяснить. С мулайн там замерился, вообще было бы круто. Халецкий. Зачем? Женева перестала воевать с тобой. Я это предлагал Греку, но Грек... Что-то у меня сходится, как попало. Здесь надо будет купить АС. Там и там я фабрики. А, мастерские. О, американец идет на... Или это... Да, ё-моё! У меня юниты не атакуют в рендже. Ну и что? Пользуются. А не то я сделал, потратил деньги. Просто не понимаю, что происходит. Фантом, ты объявил войну американцам? Ну да, думаю, что на Apple воюем. Наконец-то. А, Качка, там прими или отклони предложение и... Открытые границы надо. Я вон приплыл броненосцем к Тулузе. Да, вообще. Я скину открытые границы. Скинул. Походить за 4 минуты всеми юнитами. Ну я опять, по-моему, в обычную эру сваливаюсь. Так, надо. Сейчас будет
вертолеты отменить на один ход, наверное, или на два. На самом деле, лучше вместо Стоунхенджа построить просто священку. Все уже так. Ты хочешь бегать, но дешевле будет. Фига себе, расплата. А на кого фантом напал? Мерик. А, погнали. Больше веселее. Ну так я тоже что-то сидим, кухнем. И я о том же. А, можно в любом случае принимать. За 40 ходов, а там... Нет, захватываю. Уже даже у меня 188 науки. Ну как так? Короче, Лёша, я твой главный конкурент теперь. Ну все, плыву. Да. Я Нанмадо собираюсь захватывать. Эти, наверное, в Торонто. Криек, так. Ты понимаешь, надо кампуса на плюс 3 ставить, иначе не понимаешь. Смотри, у тебя плюс 0 кампус, вообще офигенно. Ты к какому греку? Красному. Вот в Кносе, да, Кносский кампус, просто бомба. Ты видишь, что там леса голые, блядь? Фермы. Я однажды строил, ориентируясь на Акрополь. А там уж и кампус. Все, я понял. Нет, ты на культурку. Тогда ладно. Что ты на культурку у нас? А я на культурку. Давай, очень. Покажи этому Халецкому. Как побеждать культурой? Да. Ей не больно-то и хотелось, знаете. Ну, если вам больно хочется, не садитесь играть. В смысле культуркой? Так сложилось, что у тебя есть возможность. Так что давай, дерзай. Все за тебя болеют. Ну вот, все против меня. Как всегда. Я знаю, что надо делать. На самом деле, американец уже так нормально поубивал. Наверное, в зеленый континент к нему заехал. Да, тут в том-то и дело, что на границе, и он на красный вылезает. Слушай, не стреляй мои шапки, мне жалко их. Нет, ты чё, я вот сейчас арту на два прокачал, и отнимаю половину шапки. Неплохо. Больше не... Главная ошибка была то, что мы отдали твои прокачанные бомбарды. Бомбарды. Ну а как ты мог их мне не отдать? Ну мы могли замириться тогда. А ты думаешь, я хотел бы? Я думаю, о, юниты, старые, качнусь. Ты это и предлагал. Ты предлагал замириться. Я думаю, нафиг надо. Я просто думал, меня как-то быстрее убьют, и я их не успею довести. А меня выкинуло. А, мы теперь друзьяшки.
ухлютой игре. Все приняли. А чё это у вас? Армия какие-то, ну прям. Три танка, четыре пушки. Хватит, 10 армий танков, 6 арты в этих шарики. Вперед. Да чё оно не качается-то? Там этот. Как там разбагать эту фигню, когда 7? Не, там не в 7 дело. А нет, в 7 не будет. Ну чё, прикольно. Ну да, тоже не фонтан. Просто жесть. Убивался. Какой я воитель. И немец принял. Ну, ребята, это финиш. Слушайте, ну надо открывать. А какая вообще цель союза? Вертолеты. Парту? Да. Ну ладно. А, Лёш, что-то у тебя науки мало стало. Ты что, перестал читать? 271. Я не читал. Ты не поверишь. У меня... А, у меня война со Стокгольмом почему-то. Почему-то я с воинцем в войне. Потому что голландцу войну объявил, понятно. Воинцы, заканчивай уже в союзе с голландцем быть. Ой, а Нью-Йорк чё падает уже? А чё он падает? Он целенький чё? Ну вон, военный лагерь. Ну это лагерь, и он не может. Лагерь-то чё? Фиг бы сам. О, мы все в союзе. Вы, получается, ядерки не сможете кидать? Это нечестно. Мы были готовы расстреливать шапки на нашей территории с помощью открытия. Ничего. Мы переживем. В смысле, это была единственная цель существования. Которая должна была убить. Всем дружбу. Всем дружбу. Блин, а как скипнуть всю эту фигню? Shift Enter. Сейчас всадники там дадут партии, конечно. Дайте мне дружбу, дайте мне дружбу. Ну, кстати, у немца-то уже 230. Науки. У меня даже 210, Лёша, ты не поверишь. Ну, так все не так, все не так. Хорошо разогнался. Есть
222. Все, все. Идем на улет. Давайте все подружимся, кто улетит, тот улетит. Ну, Мунлайт, некрасиво ты сделал. Стоял рейнджер, никого не трогал. Зачем? Ну, ты мне войну обидишь. А ты меня рабочего захватил. Ну да. Ну, а чего ты ожидал, когда ты такой вармонгер? Эрика, дружбу закрыл. Какой вармонгер? Что я тебе сделал, когда ты мне войну объявлял, расскажи. Вот что я тебе сделал? Ты меня осудил на тот момент. Ну и что? Все. Это вообще никак не влияло ни на что. О, ищение шедевра. Отправим Горга. Ребята, ну ё-моё! Что понял? Что произошло? Всё-таки... Зачем качечкам с этой дружбы? А, он типа пошел распространять религию? Хитрец, хитрец. А что еще делать, господа? Ну, у меня с ним нету дружбы, так что приходи, Катечка. Гостем будешь? Нет, не приду. Ты злюка, козлюка. Я злюка, козлюка? Да. Ну, не козлюка, козлюка, ладно. Я не то слово использую. Да, было обидно. Козюка. О, смотри, стена, я могу стрелять! Лёша, врывай. Брать Францию, да? Не, зачем? Ну, друзья. Ну, раз друзья. Очень хорошо. Строим универы. Да. На вкус как перевелось много промышленности, но он похож на строить универ. Так, а где он там карточка на подводные лодки? А, где-то далеко, кстати. В холодной войне. Угу. Зря я каперов не построил. В честь нашего примирения держи, Франсис. Развлекательный комплекс тебе в печь. Француз? Ну, этот. Там он сам с собой там. Голландец, голландец. Качечка сам с собой примирился. Да. На самом деле это самое важное, найти примирение с самим собой. Найти себя, так сказать. Сейчас узнаем, будет у меня уран или нет. Как это? О, у меня уже дофига урана, отлично. Отлично. Шарик сделал. И в современные штуки. Там один.
система наведения. Так, тут есть мобильный ДФА. Еще и деньги у меня вруете. Я уже решил забрать к массе. Шок, сенсация. Да? Тут шумок. Миллионом вертолетов. Ай-яй-яй-яй. К массе на самом деле не очень интересно. Пора переводить артерию. Кому продать музыкальную шедевру? Аналогичное предложение. Могу принять в дар. Чего вы продаете? Музыкальный шедевр. Да, ну или кому что нравится. Что там, фантом побеждает? Туризмом нет? Даже не близко. Ну тут грек в игре. Ну да. Иди его вынеси. Еще 4 рыцаря мне надо. Раз рыцарь. Если кто-то там замириться готов, то я вообще не против. Так, я вот греку вот хотел шедевры у него тырить. 6 ходов, блин. У меня не хватит веры, чтобы купить столько апостолов с ощущением, чтобы с тобой мириться, понимаешь? Потом, как я накоплю, дам тебе. Да мне, собственно, с тобой-то не особо... На этом пока все, продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!